Всем привет, ребят. Ну что, тестируем дальше этот баг с Ронином. Я сегодня попробую сделать такую сборку для Ронина, чтобы он мог выносить на восьмых подземках больше 50%. Для этого нам понадобится не панчбокс уже, а цеп. Так как он лучше всего по зданиям. Хотя, возможно, попробуем другого питомца. Чарку мы сейчас поменяем. Поставим вот на урон, чтобы быстрее убивал. По сути, мы убираем панчбокса рядом. Ну, ставим на урон. И я хочу потестить. Убрать эту эмблемку. Закинуть. Попробовать рунами поставить. Эмблему такую вот. И сейчас мы попробуем поменять. Посмотрим, или будет так срабатывать. Если нет, то опять переролим. Попробуем попроходить восьмые кошмарки. Именно для восьмых кошмарок я такого делаю. Чтобы посмотреть, что же все-таки получится. Так, а что я ловлю? Чем мы паримся? Давайте так, какие варианты есть? Больше ударов наносить, либо больше урон. Давайте попробуем изначально с пактом. Обратно же вернем пакт. Вот, прокачали мы на максималку. Вот такая вот сборка. Давайте затестим в рейде. Да, все, он навсегда уходит в инвиз. То есть, по сути, у нас тут сейчас будет дофига урона, и он будет наносить. Вот, посмотрите, что он с ними сделает. Он просто говорит им до свидания. То есть 30-е прорывы, знаете, как говорят, до сраки. Поехали. Давайте так. Давайте ради интереса начнем. Просто тестанем 7. 10. Соло. Единственный есть вариант, это отражалка, на которую можно наткнуться, которая реально будет мешать нам. Но с этим, думаю, мы тоже справимся. Посмотрите на этот урон. Я не знаю, о чем думают разработчики. По сути, я бы такие баги, ну, фиксил бы сразу же просто. Просто моментально, вот только появился этот баг, я бы сразу же его ну, пофиксил, остановил бы те же самые сервера, но это как бы для игры. С другой стороны, пока есть возможность, пользуйтесь, пока не пофиксили, потому что это действительно халява. Ни один герой такого не может, ни с какой прокачкой. Понятно, что эта битва гильдий будет просто трэшовой, скажем так, будет просто жесть полная. Ну вот вам, по сути, полный развал подземок. То есть сейчас я надеюсь, что на восьмой мы тоже сможем тащить точно так же. Урона у нас как бы дофигище за счет 30-го прорыва, за счет атаки победного за счет 9-го пакта, то есть мы ушатываем. Вот сейчас будет тут где-то Атлант. Вот интересно, как будет с Атлантом, если мы на него натыкнемся. Ну, если здесь успеваем, то в принципе на восьмых мы тоже должны успеть.
Что вы на это скажете? Просто песня для подземок. Сто процентов 17 секунд. 7-10 одним героем. В принципе, бездонатным. Можно так сказать. Так. Поехали на восьмое. Самое интересное здесь. Так, тут у нас уже есть отражалки. Это самое интересное будет, как мы будем с ними справляться. Для этого я бы, наверное, видите, вот в чем проблема. Есть проблемка, сейчас будем ее решать. Походу надо менять, ставить ПД-шку. Так, давайте еще раз заходик. Попробуем вылавливать. Так, где там у нас... чтобы подальше от этих. Все равно достает, да, по ком-то, да. Окей. Варианты. Видите, такой Ронин здесь не прокатит. Здесь есть отражалка. Давайте попробуем ради интереса поставим старым проклятый доспех. Не все так просто. Ну, а с вас лайки за слитые таланты. Так, окей, поехали. Но отражалка будет все равно, хоть минималка, но будем получать. Ничего не сделаешь. Попробуем. Так, давайте так, где их поменьше. Один хотя бы. Там по три. Поехали, попробуем. Нам бы вообще в идеале на ком-то зависнуть, а мы... А, я случайно выкинул. Ну, 9% уже есть. Чуть-чуть он, конечно, проседает, но это не столь страшно. У нас смотритель должен нас отхиливать нормально, причем. Так, Фрейя. 13%, ребят. Уже один герой набил 13%. Супер. Супер бах от IGG. 8-1. Ребят, без доната имеют возможность. Конечно, у без доната не будет столько урона, как у моего Ронина. Но при определенных сборках... все это возможно, скажем так. По крайней мере, на английском сервере, я думаю, люди этим воспользуются. На русском сервере, к сожалению, как обычно, там у нас печаль. Ну, это просто жесть. Это отпад. Куча фрей, 19%. 20% один герой уже набил. Обалдеть. Нам надо по чуть-чуть дальше продвигаться. 22. Таким вариантом можно даже на 3 звезды затащить. Сначала изначально кинули всех своих, а потом добили. 25%. Половина. Ну, у нас тут куча, конечно, фрей, которые нам мешают пока что. Но можно, знаете, что сделать? Я не знаю, там мы на Фрейю загрены или нет. Попробовать такой вариант юнитами откидывать. Ну, это нам надо Фрейю сейчас убить. Добьем Фрейю. Я так точно вводил за этим. Я на битве гильдии показывал вам уже не один раз. Видите, он там Фрейю долбит. Сейчас надо, чтобы он на голубе загрелся. Вот то, что нам надо. Завели его немножко дальше, ребят, и просто кайф. HG, браво.
Вы красавчики, 42%. Так, сейчас мы зависли на стрелке 43. Ну давай, 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 родной. 46. Блин, ну, 47. Не успеем, секунды не хватит. 47%, ребят, 47%. Давайте еще разок попробуем. Так, надо юнитов побольше нанять. Вот, вот вам ответ, как пройти подземку, если у вас там не хватает. Я не могу понять, почему я не могу нанять, если у меня уже есть. Ладно. Так, давайте попробуем вот отсюда, не со стороны Фрейи. А отсюда попробуем, где побольше этих. Блин, это просто жесть. Это кайф, ребят. То, как можно проходить. Так, сейчас пусть... добьет и будем дальше водить. Сейчас пусть убьет Анубиса. То есть вот по сути юнитами. Еще нет. Все, привели мы его в центр, 29%. Сейчас мы, конечно, будем долго этим на демоне зависли. Ну, я думаю, это самое выгодное положение в центре у нас будет, так как у нас зона атаки довольно-таки неплохая. Тут мы должны уже 100% одним героем набить. процентов. Возможно, вариант водить придется все-таки по часовой там или против часовой стрелки. Сейчас посмотрим, как по времени. Видите, тоже центр не особо выгодное положение. Да, скорее всего, не успеем тоже. То есть лучше запускать и не заводить его даже в центр, а водить, просто пробовать по кругу. Даже по нижнему, не через верх. Как видите, все фреи у нас наверху находятся. Соответственно, там мы задержимся. Нам надо будет его провести полностью по героям. Главное, не через демона. Казалось бы, вот сейчас должно быть у нас получше результат, но видите, через демона это не вариант. Пробуем опять же тот же самый вариант. Запускаем только чуть-чуть сверху. Вот отсюда запустим, чтобы побольше набить. И будем идти через низ. Это просто кайф. IGG постарались, молодцы. Немножко он, конечно, проседает, но это не страшно. Вот так вот вводим его, стараемся водить так, чтобы он шел именно вниз. Это, конечно, сложновато будет, но...
Ну, в принципе, выполнимо. У меня, к сожалению, уже заканчиваются эти. Юнита. Самое главное не проспать вот этот момент. Видите, уже пошли у нас, ну, 42%. Вот так вот, ребятушки. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Ну, 8-1. Пройдено соло. Не знаю, можно попробовать и на 100% ее пройти, но одним героем не знаю. Это надо будет хорошо помучиться поводить его, но варианты есть. Пишите комменты, что вы по этому поводу думаете. Ставьте лайки и пользуйтесь багом, пока он доступный. Всем удачи, всем пока.